В поликлиниках области продолжается активная вакцинация населения против гриппа. В настоящий момент в регион поступила вакцина «Ультрикс Квадри». Уже более 205 тысяч человек, в том числе свыше 70 тысяч детей, успели привить этим препаратом. Осенью это сезонное заболевание гриппом, ОРВИ, аденовирусом, поэтому, конечно, готовиться к этому, так скажем, не совсем благоприятному осеннему периоду нужно заранее. Для того, чтобы минимизировать, так скажем, заболевания от гриппа, ну, конечно, нужно вакцинироваться, нужно прививаться. В рамках календаря профилактических прививок в первую очередь вакцинируют тех, кто находится в группе риска и лиц пожилого возраста. По словам врачей, вакцинировать препаратом можно и малышей с 6 месяцев. Прививку делают внутримышечно. Вот в период сезона подъема респираторными инфекциями нам пришла вакцина «Ультрикс Квадри». Она рекомендована Всемирной организацией здравоохранения в эпидсезон 2021-2022 годов. Вакцина переносится очень хорошо. Виктория Степаненко к своему здоровью и здоровью семьи относится внимательно. Сегодня она пришла в поликлинику, чтобы в очередной раз сделать прививку. Прививки мы делаем каждый год, и дети делают, и мы с мужем делаем, потому что сезон. И мы уже на себе убедились, что это помогает действительно. Специалисты напоминают о важности вакцинации не только против гриппа, но и от новой коронавирусной инфекции. Врачи рекомендуют в первую очередь вакцинироваться от COVID-19. Между прививками должно пройти не менее месяца. Максим Магомедов, События.